булочки, приколочки, банчики. Мы сейчас перед видимся с ребятками, чтобы вы не видели, а то запомните, кто где стоит. А потом... Да, глаза закрыть надо. Вам, дорогие мамы, мамулечка, я тебя люблю. А вам надо будет угадать, ваш ли это ребенок сказал или нет. Чей ребенок? А дети все молчат, один только ребенок говорит. Хорошо, чтоб мама угадала. Давайте. Закрыли глаза и прошли. Мама, да, закрывай глазки, а мы в хороводе проходим. Мадина Рамазановна сейчас скажет, кому нужно будет ответить. А мы не пойдем? Тихо! Мама не хочет, иначе все. Дианина мама подглядывает. Так, кто это сказал? Мой. Кто мой? Артем. Правильно. Мама. Вот так мама угадала. А дальше проходим. Перебиваемся. Тебя там надо снять. Он как кто сказал? Дианина. О, угадала мама, да, Дианочка? Дальше проходим. Как это? Ну, это по определяю. Тихо. Мама, я тебя люблю. Кто сказал? Чей ребенок? Громче, пожалуйста, не слышно. Мама, я тебя люблю. А мама здесь. Ну что говорить? А мама глазками смотрит. Мой, Миша. Миша, правильно. Мама его не видит, но слышит. Она на кошок смотрела. Проходила. А чьи бабушки-то сидят? Вот это бабушка. Мама, я тебя люблю. Кто сказал? Мама, дорогие. Еще Владик. Мама, я тебя люблю. Влад. Хотя все гены сразу узнали. Я тоже стараюсь. Еще. Растерялась. Следующий говорит. Мама, я тебя очень люблю. Саша. Ой, молодец. Дальше пошли, детки. Влад, не волнуйся. Правильно. Молодец, мама. Молодцы. Правильно, Полевская. Все, остановились, послушали. Мама, я тебя очень сильно люблю. Это Ева. Проходим, остановились. Ребята, не слышно другим мамам. Остановились. Мамочка, дорогая, я тебя люблю. Ой, это мой сын, Аблатоша. Отгадала мама. Кто еще не говорил? Остановились. Мама, я тебя люблю. Саняся.
Так. Все, мама. Все. Ребят, мамы справились с заданием? Да. Thank you.